Директор этой КВН-команды Егор Савельев – самый серьезный человек в коллективе. Ему не до шуток, и собрать на репетицию своих подопечных, которые ни секунды не стоят на месте и фонтанируют юмором, их боссу ох, как непросто. Так, поменялись местами. Слова помнишь? Ну пусть он делает это. Нет, ты! Да не буду я! Ну сделай что! Раз, три, четыре! Этим веселым и находчивым ребятам из команды факультета управления качеством действительно нужна жесткая рука. Отменный организатор Егор Савельев сделал недавно все, чтобы его коллектив стал сенсацией национального фестиваля «Кивин-2017» в Сочи. В соперниках у ижевчан были 500 команд, но именно факультет завоевал важный приз – путевку в финал премьер-лиги КВН. Показали себя на этом фестивале. Сначала показали редакторам, потом показали Александру Васильевичу Маслякову, что дало нам ту самую путевку. Да, жюри и Масляков отметили нас. В премьер-лиге КВН команды из Удмуртии не играли уже 10 лет, а потому подготовка к поездке в Москву идет сейчас кропотливая и сложная. Отбирается репертуар, сочиняются шутки. Вот это, например, родилась сегодня прямо на сцене. Да ты вообще знаешь, кто я? Да ладно, батя! Шуток! Вообще, как вы со мной разговариваете? Между прочим, перед вами леди! Леди масла после шпрот не допиваю! Фишка этой команды – текстовые шутки. Весь упор на них, но и в музыкальном конкурсе, и в конкурсе капитанов, и в домашнем задании факультет управления качеством зал рассмешит на раз-два. Чужие гуси его щипают, чужие гуси шепчут ему. В первую очередь мы делаем акцент на какой-то оригинальности, на самобытность команды, на внешние образы, персонажи. Стараемся максимально удивлять зрителя, шутить нестандартно, не плоско, не линейно и использовать какие-то актуальные злободневные темы. Покорять премьер-лигу ижевские КВНщики поедут в мае. Дмитрий Вороновнин, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия».